Боже, нет! Черт, 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 черт! Но мы еще можем выбраться. Нужен вертолет береговой охраны. Мы не сдадимся, клянусь. Я что-нибудь придумаю и вызову тебя, слышишь? Клянусь печатью Бога! Вот так вот это все дело закончилось у нас с вертолетом. Вот такой вот у нас был глюк. Так, и значит нам нужно бежать. Где-то тут эта тварь ползет. Так, секундочку. Секундочку, секундочку. Это все, я уже отключил записываться. Ну-ка. Не помогает. Надеюсь, что вам будет все это слышно и будет слышно не вдвойне. В общем, продолжим. Что мне все равно нужно добежать теперь до записи в любом случае. И не прервать игрового процесса. Так, и вот так вот я еще сделаю. Надеюсь, что со звуком теперь будет все хорошо. И в порядке. Так, у этих, по-моему, ни у кого ничего не должно быть. Не, птичка. И коктейль молота. Ничего себе не должно быть. У нас, по-моему, полный рюкзак в данный момент. Да, у нас полный рюкзак. Значит, нам вот это вот не нужно. И, наверное, мы болт выкинем один. И вместо этого возьмем аптечку. И коктейль Молотова, да? Хотя он, в принципе, тоже такой, ну, так себе оружие, на самом-то деле. Так, 3, 2. Так, а что-нибудь подкрепиться есть у нас? Средняя аптечка и две большие. Нам бы маленькое бы что-нибудь. Вот было бы совсем хорошо. Так, а что в итоге-то у нас? Что, дверь открылась или что? Похоже, да. А, да, дверь же посередине открылась. Что я туплю-то? Вот это ведь. Ну, пошли смотреть, что там есть. Хотя, что там, собственно, может быть-то? Прикольно. А, вот мы и спустились, собственно, туда, где наше убежище, как я понимаю, да? Нет, да. А и все, и нам даже говорят, что назад нужно идти. Цель в убежище. Игра опять заглючила, короче. Что-то там нам должны говорить, и ничего нам не говорят. Все понятно с вами. Давай, сохраняемся. Вот такое вот маленькое послесловие к стримчику. Пришлось мне, то есть, перезапускать игру, проходить снова до этой башни с вертолетом. И когда я до туда шел, резко успел включить запись. То есть, по идее, там, после того, как все умирают, начинается картинка с вертолетом, которую вы видели в начале видоса. Вот такие дела, теперь уже точно увидимся только в следующем стриме. Пока-пока.